Вы вызывали, спрашиваете? Ну, вы же ко мне обратились, получается, правильно? При обращении граждан сотрудник полиции обязан представиться. Уже не должен? Ты посмотри на себя, урод, блядь! А вы на себя в зеркало давно смотрели? Я смотрю на себя каждый день, блядь! Я вижу. Отойди оттуда! Он не отойдет. Отойди оттуда! Он не отойдет. Отойди, он не отойдет. Назад, есть! Упануло! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь роликом в соцсетях. Сегодня мы снова на нашей любимой локации. С нами наклеечка. Все, мы готовимся к рейду. Сегодня будем. Нельзя оставлять здесь машину. Тротуар? Тротуар, да. Только что инспектор. Нет, мы просто информируем людей, то, что здесь нельзя стоять, это все нарушение и так далее, и тому подобное. Ой, ребята, ну вот. Да вот, слева прям, встаньте. А вон там и инспектора, походу. Лучше заезжать. А где пешеходная зона? Вон, знак, пешеходная зона. Смотрите, правый идет. Жесть, вообще. Да надо было отправить его. Тихо, куда ты едешь? Не, пускай, инспектора пускай. Стоят. Стой. А можешь сразу к инспекторам? По стеклу, чтобы обратили внимание? Да не по стеклу, чтобы обратили надо внимание. А вы скажите по машине. Станцию возьми. Станцию возьми. Посмотри, какой знак видит. Мы здесь шикарно едем. На себя посмотри, рыло. Сергей! Да, да. Учись выдержку. Сергей! Мужской поступок. Здравствуйте, вы заехали под знак пешеходная зона. Если хотите, может сразу вон в машину ГИБДД документики отнести. Вон там внизу. Обратите внимание, конец пешеходной зоны. В январе. Тоже нет. Вот эти двое уже оштрафованы. Вот парковка со стороны дороги. Со стороны дороги, да, пожалуйста. Приехала не она. Ну хотя бы с проблесковыми это уже хорошо. Они уже понимают то, что это тротуар. Да. Смотри, ну я тебе говорю, потому что они понимают, что здесь действительно тротуар, из-за этого они приехали с проблесковыми мечками. Смотри, сейчас столкновение. Кто проедет? Пропустит его и все. Не на вылет. Мы вы не к нам? Походу. Жаль. А может все-таки к нам? А? А может все-таки к нам? Россия. Вы же звонили? Здравствуйте, да, мы ДПС вызывали. А? ДПС вызывали. Ну ожидайте ДПС тогда. Хорошо. Вам дорожный патруль, дорожная же? Да, да, да. Да, да, да. Хорошо. Спасибо. Наглейки, золотые, хулиганцы зашли. Вы на ДПС? Ну ты же на чужую собственность, понимаешь? Так это не порча имущества. Почему? А если что-то пацаря будет? Нет, я просто спрашиваю. Мы все снимаем. Нет, просто спрашиваем. Мне придется приезжать, нет, все равно. Просто как бы это, не стоит. Ну все равно, но там будет экспертиза. Ну и людям тоже а не стоит. Меня снимать, ты должен был предупредить, что я буду... Я? Нет, я не должен. Нет? Нет. А мне как
А вы статью 5 по номер 3 вообще не выполнили? Я же промолчал и ничего слова вам не сказал. Вы не представились. А почему я должен представиться? Ты мне говоришь, вы ДПС вызывали. Вы спросили. Вы вызывали, спрашивали. Ну, вы же ко мне обратились, получается, правильно? При обращении к гражданам сотрудник полиции обязан представиться. Должен. Уже не должен? Ну все тогда. О чем речь тогда идет вообще? Но если без спецсигнала, а это вы так на понт нас проверяете, да, типа, какие у нас силы, да, типа, кого-то мы очканули, да, кого-то мы подошли. Я же не говорю, я просто спрашиваю. Все, кто нарушает, тот нарушает. Менты, правда, если там есть полицейские, то мы просим. Просто при проектировании такой большой тротуар вышел. Таких много. Нет, вопрос. Вы по тротуару едете? Сейчас человек выйдет с магазина, уеду. Ну, вам делать нечего, что ли, блядь? Вам? Вам пошли, такое? Пошли, поработали, блядь, как мужики, блядь. Я с работы блядь. Приехал. Как долбоёбы, сидите, все долбайте со мной, блядь. Будьте мужиками, блядь, ёбки. Ну да, сказал мужик, который нарушает ты посмотри правила, на да? себя, урод, блядь. А вы на себя в зеркало давно я смотрели? Смотрю на себя каждый день, блядь. Я вижу. Отойди оттуда. Он не отойдет. Отойди оттуда. Он не отойдет. Отойди, он не отойдет. Назад, есть. Есть такие умные. Пошли поработали, как идите, мужики. Идите работайте по дороге. Я работаю, ну вот правильно по ДПД. Как по ДПД. Чмори, а вы как кто катаете? Ты ебаный, да. Ну тогда поставьте. Ну вот вы езжайте обратно и занимайтесь. У него фетиш работы какой-то, я не знаю. Человек есть. Просто устал от работы. Погоди, что спросили? Подожди, подожди, мне прикрыто, ну, если там товар нет. Я вот, не надо туда поворачивайтесь и поворачивайте. Нет, мне еще туда надо было перекрёстку поехать. Вот, вот сюда. Да, а, нет, вот сюда, вот туда. Перекрёстку, знаете, я перекрёстку шоссе. Не очень. Вы, если никуда не забираетесь, тогда не говорите кого, объезжайте туда, понятно? Я буду говорить. Тогда изучите ПДД и не катайтесь по тротуарам просто, и все. Вот ты сейчас и идёшь туда. Дорогу покажешь? Пятерочка, выручай! Покажи дорогу-то, мы не знаем куда. Это вам сигналит. Итак, кто не понял? Вот эти сотрудники ТПС уже приезжали, помогали нам расчищать тротуары. Большое спасибо, вот сейчас они чисто случайно приезжали, увидели, они явно случайно отсигналили. Короче, отсюда эвакуировали Passat. Владелец автомобиля оставил подарок сотрудникам эвакуации. Это мне на них. Сейчас, сейчас коньяк раздавят. Товарищ инспектор, а там бесхозный коньяк. Я серьезно, там пакет с коньяком лежит, там под тачкой лежал. Смотри, считай как находка. Значит, я можешь. Да, можно написать заявление о находке? Претендую на коньяк в течение 6 месяцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь роликом в соцсетях.